Всем доброе утро! У нас сейчас 6:50 утра, и я уже смотрела, как поживают мои конофитумы. И знаете что? Они начали уже линять. Господи, самое первое, что хочу сказать, они такие маленькие. Мамочки, маленькие. Господи, вот, посмотрите. Вот, начал, полинял. Вот. Да. Потихонечку другие линяют. Кто еще полинял? Ой, вот этот полинял, жду, чтобы шкурка слезла. Так, кто еще полинял? Кто еще полинял? Сейчас. Скажу. О, вот он. Вот он. Вот этот полинял. Такое интересное. Очень интересно. Надо посмотреть, что за номер. Номера у меня все в блокнотике. Так, вот еще полинял. Малыш. Господи, какие маленькие, а. Вот. Ой. Ну, возня, конечно, с ними есть. Обманывать не буду. Конечно, да, маленьким. Сеянцы. Глаз да глаз. А вот вы представляете, они сейчас полиняли, и мне надо их опрыскивать. Вот я запоминаю вот эти вот горшочки. Вот этот, вот этот, вот этот. И мне надо опрыскивать их, чтобы не засохли. А то, если не опрыскивать, засохнут еще. Ох, да, конофитум — это, конечно, нечто. Так что вот так вот. Как у вас поживают ваши конофитумы? Напишите в комментарии, сеяли вы тоже их или нет. Какие трудности были, сложности? Вот. Ну все, всем пока-пока.